Какая настоящая капуста? А, это день. День. Да, Джасюнь? Да. Да, Джасюнь? Да. Да, Джасюнь? Да. Приветасики! Сегодня, друзья, мы в самом центре Карпат, в Буковеле, и посетим этот перевернутый дом. Ты видела, как крыша здесь интересна? Да, а я думала, что все крыши наверху. Да, здесь наоборот. Интересно, как там внутри. Одеяло и подушки. Тут, ребят. Ты хочешь себе такой карандаш? Хочу. На память? О, Лиля, гармошка. Да. Какой ты хочешь цвета? Мой любимый зеленый. Значит, зеленый. Ты зеленый? А Лиля какой хочешь? Ты ж красный будешь. Хочешь красный? Да, красный. Ты ж такой? Такие зайчики. Лиля будет писать. Диана в школу будет носить такой карандаш. Да. Да? Смотри, здесь и ручки. Это, наверное, синие. Такие ручки. Угу. А видишь, зайчика. О! С топором. Можно подстругивать. Вот это если сосед списывает по парте. Вот так тюк на контроль. И дальше пишешь. И зайчиком тюк. Большой. Большой. Давай другой пример. Вот такой. Большой? А ну покажись. Большой? Да, большой. Большой. Это такие шкуры, классно. Возле камина. Да. Да? Хороший, мягенький. Барашки. Смотри, всякие машинки деревянные. Самолет. Это его можно самому разукрашивать. Да? О, копилка. Вертолет даже крутится. Копилочка. Это копилка? Ну вот. Давай, берется день. О, кошечки, собачки, кошечки. Вот, блин, смотри, какие маленькие, хорошенькие. Какой хорошенький. Лиль, ты видела, какой классный? И лошадка. Капуста
И какая лошадка. Ой, что такое. Здесь и зайчики. Ого. Будет они настоящие. И белочки. Это собаки такие. Видимо, натуральные. А смотри, какая белочка, Ли. Хвостиком пушистик дрыжит. Попоти. Красивая. Смотри, какая хорошая. Мама, капуста какие? Какая, настоящая капуста? А, это деньги. Где деньги? Зберігати в сухому, прохолодному, темному місці, недоступному для дітей. Термін придатності не обмежений, відкривати при крайній необхідності. Понятно? Капусту? Без ГМО. Капуста без ГМО. Це салфетки. Салфетки. А сейчас мы в центре Буковеля поедем на подъемнике. Высоко-высоко. Посмотрим на Гаверлу. Да, там с высоты должно быть видно гору Гаверла. Самая высокая гора Карпат. Да. А вот этом озерце можно ловить форельку. Мы сейчас увидим Гаверлу. Держись. Тікаємо. Даже Джейська у нас героїчно піднялась і не боялась. Да, Джейсюнь? Да. Да, Джейсюнь? Да. Да, Джейсюнь? Да. Сейчас пойдем посмотрим на Гаверлу. А там вон видно озеро молодости. Раз там хороший можно обзор. Покупаться и... Позагорать, покупаться. Да. Пляжики. Ну, поплавал и сразу молодеешь лет на 10, потому что там вода холодная. Это что, там покупался? Ну, например, я покупалась, там мне уже один годик. Тебе нельзя, значит, в таком озере купаться. А мы уже на смотровой площадке, где можно посмотреть на Гаверлу. Вон она там впереди. Я думала, что это точно. Ну, так прямо. Там есть справа. И слева. Ну, видимо, это лесенка. Та, которая слева, она дальше. Верхушка горы Гаверла без растительности. Интересно, снег есть? Да, зимой там снег. И даже летом иногда там снег. Да, на верхушке.
осенью. Все, когда заканчивается. А представьте съехать на лыжах с Гомера. Есть такие экстремалы? Есть? Ну, Гомерла? Это же страшно. А было бы хорошо. То ножками как-то. Ничего, мы в следующий раз, когда немножко окрепнем, Лиля подрастет, и мы будем покорять гору Гаверла. Это наша цель. Вряд ли. Да? Я не знаю, что будет с моими ногами, но хочу. Наверное, очень красиво. Гаверлы? На Карпат, да. Хотя... Там или там? А облака над ней. Там иногда бывает так, что низко опускаются облака, и можно погулять в облаках, если забраться на верхушку. Вот мы уже и спускаемся вниз. У-у-у, Дианка! Класс! Уже холоднее. Да, уже такой ветерочек. Нам понравилось. Такие виды красивые. Экскурсия, во! Да, Диан, во! Всем пока! Пока-пока!